Картина «Свой среди чужих, чужой среди своих» стала спасением для погибающего от алкоголя Кайдановского и способом заявить о себе как о гениальном актере. После картины о Кайдановском заговорили. Но мало кто знает, что его участие в фильме было под угрозой. Еще в самом начале съемок Александр подрался с Никитой Михалковым, отстаивая свое видение образа. У меня была беда, он начинал пить, он настолько увлекался, что пока оно стоит, пока подают, он пьет, пьет, пьет. Потом могли возникать неприятности, проблемы. Когда Александру делали замечания, бросался в драку. Уязвимый, ранимый, обидчивый. Так что с ним очень аккуратно надо было разговаривать.